Такой масштабный областной фестиваль детского и юношеского театрального искусства проводится в регионе впервые. Большому двухдневному торжеству предшествовали отборочные туры, которые проходили в регионе с декабря прошлого года. За это время на сценические подмостки райцентров выходили десятки театральных коллективов. Более 1500 детей приняло участие в регионах области. Сюда прибыло 500 артистов с разных мини-городов нашей области. И сегодня, 24-го, будут принимать участие 34 театральных коллектива и 14 индивидуальных исполнителей. На фестивале было представлено огромное количество не только участников, но и жанров театрального искусства. Моноспектакли, миниатюры, постановки, клоунады. Для многих юных участников такого рода конкурсы не первые. Они уже привыкли к сцене, однако, как и положено настоящим артистам, волнуются перед выходом. Я уже играю второй год, и иногда, если первый раз сыграешь какую-то сказку или сценку, то иногда так бывает страшно. Если уже много раз, то это ладно уже. Как сыграю? Как будет? Я играю 3 года. Мне интересно ездить, выступать с театром. Когда я выступаю, я чувствую себя этим героем. Фестиваль объединил в стенах Центра молодежного творчества ребят самых разных возрастов. Однако ими движет главное – любовь к театру и зрителям. Многие признаются, что первые выступления для них были не самыми удачными. Однако сегодня юные артисты могут давать мини-мастер-классы, так как готовятся связать свою жизнь со сценой. С первого класса нас отбирали, у меня был выбор между еще одним кружком, и я выбрала все-таки каламбур. Мне очень понравилось, потому что мы выступали, и вот эти 8 лет я хожу, и я хочу свою жизнь дальнейшую связать с искусством. Фестиваль показал, что в Брестском регионе есть огромное количество творческих коллективов, которых можно по праву назвать заслуженными преемниками современного белорусского театра.